13-я школа в этом году распахнет двери для 75 первоклассников. Юлия Сорокина, учитель начальных классов, готовит документы к приему детей. Она отвечает за набор в этом году. Нужно разместить информацию для родителей на сайте школы, подготовить форму заявления для приема детей. Мы принимаем с 1 апреля с 9 часов, то есть и в электронном виде заявления, и вот в очной форме. В этом году изменились правила приема детей. Теперь за каждым учебным заведением закреплена отдельная территория. Преимущество при поступлении будут иметь ребята, которые живут в районе, где находится школа, и те малыши, у которых в школе учатся старшие братья или сестры. Подать заявку на поступление родители могут двумя способами. Впервые в этом году есть две формы подачи заявления в школу. Две формы. Они равнозначны. Они действуют на равных основаниях. Это электронная форма и очная. Но территориальное зачисление в школу относится только к муниципальным общеобразовательным учреждениям. Коммерческие школы и профильные лицеи будут, как и раньше, принимать первоклассников на основе конкурса. Алексей Кнор, Владислав Манин, ГИС, События.